Oops, I did it again. Всем привет! В эфире программа «Я никого не ем», и мы с удовольствием продолжаем вас знакомить с удивительно вкусными вегетарианскими блюдами. И если вы еще не убежденные вегетарианцы, не спешите переключать канал, потому что наша жизнь настолько непредсказуема, что вы еще не один раз можете поменять свое мировоззрение, как, например, в одной истории. Однажды мужчина решил в яркий солнечный день искупаться в озере. Он занырнул, все было хорошо, и вдруг из озера возникло большое лохнесское чудовище. И он закричал: «Боже, помоги мне!» На что Господь, естественно, ему ответил и протянул руку. Мужчина схватился за руку, Господь сказал: «Вот, а ты не верил, что я существую?» На что мужчина ответил: «Но я не верил в то, что существует лохнесское чудовище». Итак, мы приступаем к приготовлению одного из вегетарианских блюд, которое очень простое, и в состав его входят те же самые продукты, которые мы обычно держим в своем холодильнике. И вот острота ума и творчество позволит нам приготовить новое блюдо, которое также может стать праздничным на вашем постном столе. Деньги, поэтому его у нас нет. И вот я сегодня опоздала на передачу, но к моему приходу уже полуфабрикаты все готовы. А это пожаренная капуста, капуста может быть любая, пожаренная морковочка, перец, сыр, уже у нас картошка имеет вид пюре, сделанный домашний майонез и панировочные сухари. То есть сейчас мы будем делать вегетарианский вкусный постный пирог, который состоит из картошки и овощей. Два слоя будет картошки, а посередине ку-ку, капуста. Начинаем. Сначала мы в наше блюдо кладем панировочные сухарики. Основа, чтобы картошка у нас не прилипла к листу, сделана. То есть мы ее засыпали, нижний слой, сухарями панировочными. А теперь укладываем картофельное пюре. То есть небольшим тонким слоем. Вот таким образом у нас получилось первый этаж нашего пирожка. И во время поста картошка прекрасно может заменить какое-то мучное изделие. Теперь мы кладем уже нашу начинку. Это немножко морковки. Теперь мы кладем капусту. Кладем слой перца. И теперь мы закрываем наш пирог. Снова вместо теста картошечкой. То есть вообще вегетарианцы такие выдумщики, что можно в посты, в постные дни просто баловать себя пирогами. Вот так выширены. Так, и теперь уже стандартно пирожок, чтобы у нас был розовенький, румяненький. Смотрите. Знаете, почему вот это блюдо называется пирог, а не запеканка картофельная? Потому что в постные дни очень хочется пирогов. И последний момент, перед тем, как все мы это поместим в духовочку, мы посыпаем сыром. А сыром для того, чтобы это все чуть-чуть задеревенело и все-таки напоминало нам пирожок. Жалко.
что камера в очередной раз не смогла передать весь аромат этого блюда вегетарианского. Так может пахнуть только вегетарианское блюдо. Как всегда, очень вкусно. Вообще, вегетарианская кухня имеет ряд преимуществ. Я думаю, что вегетарианские блюда – это самые благородные блюда, которые только могут быть. Приятного аппетита! Как всегда, вкусно. Мне всегда нравятся вегетарианские блюда, из-за того, что они такие красивые, да еще и такие вкусные. Вкусно? На корейцу твоя рыба отдыхает. А мы празднуем. Очень вкусно. Ешь с удовольствием, но лучше не на ночь. Вкусно. Бедного аппетита. Oops, I did it again.